ja nüüd juba FC Kuressaare peatreener Roman Kožuhovski siia poole teel. Roman, поздравляю, вам удалось не пропустить гола, но сам не застали очень много моментов. Да, но как бы вы сказали поздравляю, я думаю, что ничья, ну в любом случае, я думаю, что второй тайм, особенно второй тайм, оппонент, надо признать, что лучше играл, поэтому один балл мы завоевали, конечно, но на мой взгляд, старту всегда такие тяжелые игры, и если мы так хронологию смотрим, они в таком ключе и происходят. Может одна команда доминировать, вторая команда доминировать, но 0-0, наверное, все-таки надо быть честным, и, наверное, все-таки больше, что мы сегодня взяли этот балл, и можно так сказать, что это будет нам как плюс. Почему? Потому что я вижу, что чемпионат очень сложный, достаточно сложный. Если посмотреть турнирную таблицу, я думаю, что все игры такие будут до последнего тура именно в таком ключе. В стратегическом плане, конечно, если сравнивать наши три игры с ними, это сегодня уже третья игра старту. Получается, что мы по личным встречам имеем преимущество, мы одну выиграли, две ничьи на данный момент. И каждый один балл в конце, конечно, будет чемпионата очень большое значение иметь. Я бы также еще хотел 2-3 слова сказать. Конечно, не хватает нам на сегодняшний день ребят, которые отсутствуют. И их достаточно много по разным причинам. И Сомр, Лит, Дымов. То есть это тот потенциал у нас еще есть, откуда мы можем, ну, однозначно стать лучше. И хорошая ситуация, что вернулся Ильин на поле после длительной травмы. Поэтому вот это тоже такой позитивный момент. Хорошо, спасибо, Айта. Роман. Айта. Ja nii kaua, kuni ootame siia mängu parimat Karl Orrenit istuma, ma teen kiire ülevaate ka, et mida siis Roman Kožuhovski ütles, et jah, teisel poolajal eriti Tammeka keeras seda survet peale ja väga raske oli vastu panna, et vahel on mängud sedasi, et üks domineerib, siis jälle teine, aga siin läks see teine poolaeg võibolla väga palju Tartu kätte, nii et selles suhtes ta oli rahul sellega, et 0-0 õnnestus lõpuks välja võidelda, ütles ausalt, et see tšempionaat tänavune hooaeg siis on raske. Ja strateegiliselt vaadates on nad praegu ikkagi Tartuga mängudest plussis, sest see oli kolmas mäng Tartuga, ühe võitis Kuressaare ja kaks on jäänud viiki, nii et iga punkt, mis võidatakse, on hea ja saab veel paremaks minna, sest praegu on päris palju mängijaid puudu Kuressaarel erinevatel põhjustel, aga kui nemad on tagasi tulemas, siis on ka neid kohti, et kust siis paremaks keerata, nii et see on positiivne.